Всем огромный привет! Какое-то время назад мне предложили посотрудничать с магазином «Галамарт». Это магазин постоянных скидок, акций, распродаж. Причем у них распродажи не зависят от праздников, они круглый год, постоянно, каждый день разные цены, которые, ну, очень привлекательны. В моем городе нет этого магазина, но я знаю, что по России 126 магазинов, поэтому, возможно, у вас в городе он есть, и, возможно, вы о нем уже знаете. Замечательный, конечно, магазин. Я зашла на их сайт, утонула в огромном списке и перечне разных товаров. Действительно, выбор огромный. Я почти целый день, наверное, провела на этом сайте, выбирая то, что бы хотела себе взять я, посмотреть на ассортимент. Я ссылку обязательно на этот сайт, где можно посмотреть ассортимент, оставлю под роликом, но заказывать на этом сайте пока невозможно. Они весной хотят запустить, вот, чтобы можно было делать на заказ. Но если в вашем городе есть этот магазин, всегда можно на сайте посмотреть, на что идет акция, и потом сходить в магазин и уже более легко выбрать тот товар, который вам приглянулся. Поэтому ссылку-то я и оставлю, чтобы вот легче было ориентироваться в магазине. Выбор огромный, и можно потеряться, если просто прийти и пытаться выбрать так. Давайте я не буду томить, расскажу, что же взяла я. Смотрите, какое чудо. Это вот такая фоторамка. Так, я, наверное, вот так наклоню немножко. Вот такая она большая. Это одна рамка. Давайте я вот так подниму. Одна рамка на 4 фотографии. Очень красиво оформлена. Видно, что она так состарена. Сделана немножко под старину. Давайте я поближе покажу. Видно, да? Прям такая потертая, типа. Я ее специально не открывала, хотела показать, что если вы хотите, например, подарить на подарок, то она очень хорошо упакована и смотрится бесподобно. Сейчас мы с вами вместе ее откроем. Я ее взяла себе. И мы с вами сейчас посмотрим эту рамку поближе. Там и фотоальбомы, рамок, конечно, выбор огромнейший. Давайте вот так поближе. Ой. Вот так она смотрится. Вот на стене будет, конечно, очень красиво с фотографиями. Давайте я вам покажу, что она действительно вот так состарена, интересно. Вот видите, как пошарпанная прям такая. Вот она вся оригинальная такая. И очень хорошо... Качественно, видите, задняя сторона оформлена. Вешается она, вот здесь крючочек. Так, надо его будет выровнять немножко. Вот. Можно, в общем, сейчас я вам покажу, как она будет. Вот, вот так. Она будет смотреться вот так. Не ровно так, а так. Ну, классная рамка мне. Прямо она очень понравилась. Фоторамка стоила, я сейчас вспомню, 330 рублей. Вот так на 4 фотографии. Дальше. Мечта была у меня давно. Я очень хотела чугунную сковородку или кастрюлю. На этом сайте я увидела... Сейчас я попробую вот немножко опустить. Посмотрите, какая красота. Я так сразу подальше поставлю, чтобы вам было видно хорошо. Это настоящий чугун, кастрюля на 3,8 литра, почти на 4 литра. У нее размер 23 на 10. Крышка тоже чугунная, прям такая увесистая. Кастрюля неподъемная, большая. Ручка у нее нержавеющая. Цена этой кастрюли была 1499 рублей. Но можно ловить скидки, оно может быть даже еще и дешевле. Кастрюля шла, давайте я вам покажу, с инструкцией. Я, кстати, до сих пор не знала, как ухаживать за чугуном. Если у вас вдруг
есть чугун, но вы не знаете, как за ним ухаживать. Давайте я так поближе покажу, потому что для меня некоторые моменты были открытием. Вот. Ну, там на паузу, если что, поставьте, а я так потихонечку проведу. И вдруг вы тоже, как и я, планировали купить такую вещь, то вам это тоже пригодится. Вот, вот такая инструкция. Довольно, конечно, как слон, что у меня теперь есть эта кастрюля. Она классная, реально классная. Следующее, что я взяла на этом сайте, это была штора. Штора в ванну. У меня ванна голубая, поэтому и шторка была голубая. Вот она тут даже с ценой идет. 429 рублей. Это, кстати, хорошая. С утяжелителем идет штора и с водоотталкивающей пропиткой. Плотная такая. Вот тут рисунок нарисован. Размер 180 на 180. Состав 100% полиэстер. И 12 колец входят. Полипропиленовые кольца. Вот они с этой стороны. И вот сама шторка. Штору мне как раз в ванной уже пора было менять. И у меня теперь от Бетты будет вот такая штора. Вообще заметила, что вот эта фирма, или как, Ветта, она сотрудничает с Галамартом, потому что очень много именно от Ветты предложено там товаров. Следующее тоже будет от Ветты, то, что я взяла. Это тоже то, что я давно искала и хотела. У меня, сколько я не покупала мельниц, они у меня все время ломаются. Вот видите, тоже от Ветты. Это две мельницы. Набор для специй называется. Сюда входит мельница для перца и солонка. Солонка на сантиметр ниже 15 сантиметров, а мельница 16, потому что, вот видите, там пимпочка. Ну, я сейчас достану, я просто до вас не доставала. Теперь можно спокойненько достать и посмотреть. Она состоит, я сначала подумала, стекло. Нет, это акрил, а это дерево. Вот так вот она смотрится. Качество, конечно, замечательное, исключительное. Прямо вот очень понравилось. Давайте саму мельницу тоже покажу. Вот такая она симпатичная. Так смотрится. Так, ну и, соответственно, коробочка, если вдруг в подарок или еще как-то. Этот набор стоил 399 рублей. Так, следующее, что я взяла, это блокноты. Я люблю очень блокноты, многие это знают. Увидела вот такой блокнот, или можно сказать записная эта книжка. Ну нет, блокнот в линейку называется. 98 листов, 21 на 15 сантиметров. Он шел в 4 дизайнах. Я взяла вот такой. Очень удобно, что закрывается на резинку. Немножко такой, знаете, состаренный вид. Вот такая линейка желтоватая. Мне понравилось, что желтоватые страницы, потому что они как раз вот с самим дизайном, вот этим вот коричневым, смотрятся классно. Посмотрите, прямо под старину. Классный блокнот. Вот так вот он выглядит и закрывается вот так на резинку. Есть еще и закладочка. Вообще прям супер. Блокнот супер. В восторге я от него осталась. Так, цена блокнота. Я сейчас скажу. 98, так, который листов. 139 рублей он стоил. Но, опять же, я говорю, можно ловить скидки. Еще один блокнот был. Это вообще такое мимишество девчачье. Не открывала еще. Этот стоил, по-моему, 109 рублей. Здесь 78 листов. Закрывается на магнит. 14,5 на 12, да, на 12 сантиметров. Давайте откроем вместе. Я сама еще не смотрела, решила открыть с вами. Тут так как бы выбито и с блесточками. А, сейчас увидим, не увидим. Ну, видно, блестит, да? И эти цветочки такие с блесточками. И туфельки тоже идут
Ну, красиво, как бы, вот сережечки. Ну, девчачий такой вариант. Вот так открывается красиво. И тут сам альбом. Блокнот-то в линейку. Вот. Закладок нет, просто вот такие листы, которые удобно отрывать, потому что на спиральке. Хорошо закрывается. Ну, очень прямо. Мимишество. Девчачье мимишество. Взяла я еще две ручки. Одну себе, другую ребенку, сыну. Сыну взяла вот такую вот красоту. Эта ручка называлась светящая. Так, она светящаяся боксер с улыбкой называется. Вот такой. Вообще мимишный. В общем, вот здесь вот два штырька. И он, видите, этот боксер может вот так вот махаться. И вот сама ручка, когда вы пишете, она светится. Видите? Вот я нажимаю, и ручка светится, пока пишете. Классно вообще. Ну вот эту вот штуку-то мы оторвем. Здесь инструкция по ручке. Ее данные 17,5 сантиметров, пластик, 6 цветов. Ну, ручку я заказывала не по цвету, какая попалась. Ну, рада, что пришла фиолетовая, потому что мальчику, сыну. Ну, а себе, конечно, я девчачью ручку заказала. Это вот такое мимишество. Ну, прелесть, согласитесь, просто прелесть. Кстати, ручка боксер стоила 59 рублей. Нет, вру, она стоила 39 рублей. Со скидкой акция как раз была. А сегодня я зашла, посмотрела, уже 59. Видите, 20 рублей. А вообще цена вот этой ручки 84 рубля. Полная цена. И согласитесь, вместо 84 рублей взять за 39, ну, это красотень. Тем более и игрушка, и подсветка. Ну, это вообще красота. Прямо от ручки я в восторге. Поэтому заходите на сайт, лучше смотреть и искать вот эти вот акции, где сегодня именно что выгодное. А вот эта вот ручка вместо 27 рублей стоила 19. Она уже открывается вот здесь. И пишите. И у вас, вот вы пока пишете, вот такой милейший цветочек болтается. Мне кажется, таких ручек можно прям несколько купить. И когда вы поставите в стаканчик их, вроде и ручки, и в то же время, как в вазочке, будут смотреться вот такие милые цветочки. За 17 рублей 10 штук купили на 170 рублей разноцветных. И у вас прямо будет не стаканчик с ручками, а стакан с цветами. Ну, красиво прямо я. От ручки-то я прям в восторге оказалась. Вот такой замечательный у меня получился заказ. Я очень рада, что сайт предложил мне посотрудничать. Я теперь на этом сайте вишу, жду время, когда будет возможность заказывать уже через интернет, через их сайт именно, чтобы доставка была. Потому что так будет удобно для тех, у кого нет этого магазина в городе. Но если вы не знаете, есть ли в вашем городе этот магазин Галамарт, вы на сайте посмотрите, там весь список 126 магазинов, где какие есть в России, по каким адресам. Поэтому заходите на сайт, знакомьтесь, и если в вашем городе есть этот магазин, я призываю сходить, потому что, ну, выбор большой и достаточно интересный. Надеюсь, мой обзор был интересен, полезен. Надеюсь, со мной было приятно посмотреть то, что прислали мне. А я сейчас с удовольствием пойду шторку вешать в ванну, подбирать фотографии для фоторамки и думать, что я буду готовить первое в моей новой кастрюльке. Спасибо всем за внимание, всем до новых встреч и всем пока!